Посмотрите, я зашла в этот зал, где там музыка безумная, да? Посмотрите. Я сейчас вам покажу такой колодец. Здесь посредине комнаты. Тут у нас ничего нет. Здесь посреди зала у нас колодец. Невероятный. Вы сейчас с ума сойдете просто. Он не кончается вообще. Там вообще нет, не видно ничего. Приготовьтесь. Как бы арка окно куда-то ведет, видите? То есть это что, для человека, что ли? Посмотрите, нет вообще глубины. Я не знаю, куда там идет. Просто труба. Вот эта вот решетка, кто бы ее сделал? Вот эту решетку кто бы сделал? Видно, что она сама вот так.
Синистер и вообще все это, все ужастики. Что невероятно. Что это? Пятушки, посмотрите, какая прелесть. Какая прелесть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Наши братцы, да, посадите? Кстати, мельчайший. Как образуется сверху серого, никакого-то, никакого камня. Обалдеть, два камня таких. Что здесь? Ничего не написано, блин. Давайте посмотрим. Может, что-нибудь написано. Курант, смотрите, Агнеска Курант, она артистка, которая исследует коллективный разум. Вот. Интеллигенция наномани, нечеловеческие способности. Ну, практически наш человек. Надо найти ее. Агнеска какая? Агнеска Курант. Агнеска Курант. Агнеска Курант. Найду ее. Агнеска Курант. Ой, ребятушки, это невероятно что-то. Невероятно. Невероятно. Ладно, пока выключу, пока-пока.